Привет, друзья! Морской зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» получат на вооружение все строящиеся корабли России. Корабельная версия ЗРК «Панцирь-МЕ» была разработана в Тульском КБ приборостроения имени Шипунова в 2017 году. В отличие от сухопутной версии, «Панцирь-МЕ» имеет на вооружении 8 ракет 57Э6Е1 и автоматические пушки АО-18КД калибром 30 мм. Комплекс способен отражать групповые удары средств воздушного нападения с одновременным обстрелом 4 целей. ЗРК «Панцирь-МЕ» – единственный в мире комплекс ПВО корабельного базирования с единым боевым модулем, в составе которого артиллерийское ракетное вооружение и система управления. В ЗРК используется высокоинтеллектуальная адаптивная радиолокационная оптическая система управления. Все этапы боевой работы оператора – от поиска цели до ведения огня – полностью автоматизированы. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 75 км, уничтожать их в радиусе 20 км от корабля, на высоте до 15 км. Время реакции – 5 секунд. Максимальная скорость поражаемых целей – до 1000 метров в секунду. Вес ЗРК «Панцирь-МЕ» с боекомплектом – 7100 кг. Обслуживает его командир боевого модуля и оператор сопровождения целей. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.